Это был 63-й год. Мы тогда еще жили на улице Красноармейской. И меня папа привел в секцию настольного тенниса во дворец пионеров. Несколько месяцев позанимались, и мы переехали в другой район города Минска. И как бы мой настольный теннис на этом закончился. Несколько лет прошло, уже мы жили в новой квартире, и сосед во дворе говорит: идем играть в настольный теннис, я хожу в секцию. Я говорю: пойдем, с удовольствием, я когда-то уже играл. Привел меня на тракторный завод, секцию настольного тенниса. И так вот начался мой профессиональный настольный теннис. В 21 год тракторного завода, выступал за тракторный завод настольный теннис. И Сан Николаевич Питкевич тоже прошел школу тракторного завода, был обкатчиком. И вот мы вместе все это прошли. Динамо как вообще было, наверное, начальником настольного тенниса, и все сильнейшие игроки появились в «Динамо». Ну, а потом уже, когда мы начали подрастать, мы их очень серьезно потеснили. Начали их обыгрывать, и уже потом как бы вся элита настольного тенниса стала играть в тракторе. Это вот Питкевич, Саша, Тарашкевич, потом пришли ребята Минкевич, Синкевич, Куратович, Инга Яворовская, Рима Иоффе. Сейчас все разбежались по всему миру работать тренерами. Владимир Самсонов, воспитанник Александра Николаевича Питкевича. Папа привел его Александр Николаевич, и вот началась их такая взаимная большая работа. Я знаю, что Александр Николаевич по полгода проводил с ним вместе на сборах, не в Минске. Все это было очень серьезно, и была очень серьезная была работа, но и Вова не подвел, Вова стрельнул, конечно, очень прилично. Думаю, что у него еще желание получить медаль Олимпиады, у него еще не прошло. И я считаю, что он приложит все силы, чтобы выступить достойно. И не только он, но вся наша белорусская команда. Саша Ханин, Дина Тригалас, там, Надя Богданова. У них хватает сегодня всего. Хватает турниров, хватает поездок, хватает экипировки. Не то, что когда-то раньше у нас с Александром Николаевичем Петкевичем была одна ракетка на двоих. Хочется пожелать нашим спортсменам успешного выступления на вторых европейских играх. Но в настольном теннисе особенно, потому что этому виду спорта я дал сам более 50 лет. И чтобы выступили очень красиво. Мы все будем за них болеть. Мы придем, будем сидеть в зале, только чтобы они выступили достойно.